начинается церемония подписания документов. Министр здравоохранения Азербайджанской республики Теймур Мусаев и министр здравоохранения Кыргызской республики Алымкадыр Байшеналиев подписывают меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения и медицинской науки между Министерством здравоохранения Азербайджанской республики и Министерством здравоохранения Кыргызской республики. Министр энергетики Азербайджанской республики Парвиз Шахбазов и министр энергетики Кыргызской республики Таалайбек Ибраев подписывают меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской республики и Министерством энергетики Кыргызской республики о сотрудничестве в области энергетики. Заместитель премьер-министра Азербайджанской республики Али Ахмедов и заместитель министра экономики, министра коммерции Кыргызской республики Данияр Амангельдиев подписывают программу сотрудничества между Кабинетом министров Азербайджанской республики и Кабинетом министров Кыргызской республики на 2024-2029 годы. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской республики Рашад Набиев и министр цифрового развития Кыргызской республики Нурия Кутнаева подписывают меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской республики и Министерством цифрового развития Кыргызской республики по продвижению центров государственных услуг Кыргызской республики. Министр иностранных дел Азербайджанской республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Кыргызской республики Жээнбек Кулыбаев подписывают протокол между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской республики и Государственной таможенной службой при Министерстве финансов Кыргызской республики о сотрудничестве в области обмена информацией о статистике взаимной торговли и соглашение между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской республики и Государственной таможенной службой при Министерстве финансов Кыргызской республики о сотрудничестве и взаимопомощи в целях совершенствования таможенного администрирования. Министр юстиции Азербайджанской республики Фарид Ахмедов и министр юстиции Кыргызской республики Аяз Баетов подписывают соглашение о взаимодействии в правовой сфере между Министерством юстиции Азербайджанской республики и Министерством юстиции Кыргызской республики. Министр науки и образования Азербайджанской республики Эмин Амрулаев и министр образования и науки Кыргызской республики доктор Гюль Кендербаева подписывают соглашение между правительством Азербайджанской республики и Кабинетом министров Кыргызской республики о сотрудничестве в области образования и науки. Начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской республики Вусал Гусейнов и министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской республики Гюльнара Баатырова подписывают соглашение между правительством Азербайджанской республики и Кабинетом министров Кыргызской республики о сотрудничестве в области миграции. Министр экономики Азербайджанской республики Микаил Джабаров и министр экономики и коммерции Кыргызской республики Данияр Амангельдиев подписывают дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение между правительством Азербайджанской республики и Кабинетом министров Кыргызской республики о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития от 11 октября 2022 года и соглашение между Азербайджанской республикой и Кыргызской республикой об исключении двойного налогообложения в отношении налогов на доход и предотвращение уклонения от уплаты налогов и избежание налогообложения. Президент Азербайджанской республики, его превосходительство господин Ильхам Алиев
и президент Кыргызской республики, его превосходительство господин Садыр Жапаров, подписывают решение второго заседания Межгосударственного совета Азербайджанской республики и Кыргызской республики, а также совместную декларацию президента Азербайджанской республики Ильхам Алиева и президента Кыргызской республики Садыра Жапарова.